Мое глубочайшее почтение всем российским пневмобздунам. Сегодня буду стрелять ВПМ-ками, пули Володи Шмайсера. Вчера получил их, новенькие, свеженькие ВПМ-ки. Вот. Дистанция 180 метров. Стреляю без пристрелки, сразу вот как вот их получил, и все. 180 метров. Будем делать бздынь по этой бутылочке. Я ее обернул специально цветной бумагой, чтобы видеть ее. Прицел все-таки 4,5 крата. Да, вот так видно. Все, пошел на исходную. Будем стараться попасть.
Ну что, со второго выстрела вздыкнул ее. Так и целился, кстати, в горлышко и попал. Вот. Ну да. Целился в горлышко и попал. Вот она, разбитая. Бутылос наш. Фу, пахнет дюшесом. Это водичка сладкая. Ну да.